Все, ребят, всем привет. Так, и уже есть вопрос. Давайте я сразу же зачитаю. Здравствуйте. Эмоциональные качели всегда присутствуют в жизни. Как корректно проживать тяжелые эмоциональные состояния? Почему они происходят? Возможно ли прийти в ровное эмоциональное состояние? Розалина. Розалина, ну вот смотрите, эмоциональные качели, да, про которые вы говорите. А что такое эмоциональные качели? Это же всегда про то, что... что ты себя не принимаешь. Ведь когда мы себя не принимаем, то тогда мы начинаем ориентироваться на что-то извне. Мы тогда не опираемся на себя, на внутрь себя, да? А мы ориентируемся извне. Кто-то как-то посмотрел на нас, кто-то что-то сказал, какая-то ситуация, какие-то действия от кого-то, от любого другого. Мы начинаем себя собирать через ум. Мы начинаем себя собирать через любого другого, кроме себя. Мы начинаем себя интерпретировать через другого. И когда мы себя интерпретируем через любого другого, через ум, через социальные критерии, которые мы для себя вывели, а потом приняли через другого, то мы не можем быть удовлетворены, потому как это же не я, это то, как я принимаю себя через другого, но не себя через себя, а всегда себя через другого. И я понимаю, что здесь меня нет, а когда меня нет, я всегда не удовлетворен, потому что себя-то найти не могу. Я не могу узнать, что мне нравится. Я не могу узнать, что мне хочется. Я не могу узнать, как мне хорошо, от чего мне хорошо. Что бы я сейчас хотел или хотела сделать. И тогда начинаются эти эмоциональные качели. Тогда нас начинают... Мы, не видя себя, не чувствуя себя, начинаем проживать как бы свою жизнь через других. А что значит проживать свою жизнь через других? Это когда мы встречаем человека и навешиваем на него ярлыки. То есть мы уже изначально навешиваем на человека, что он вот такой, он делает такие-то поступки, он так-то ко мне относится, он то-то мне скажет или сказал. И когда это не соответствует тому, что мы себе придумали, не тот человек виноват, а я не соответствую тому, что я себе придумала. То есть картина, которую я себе придумала, не соответствует реальности. Она не может соответствовать реальности, потому что это же мои выдумки, это не тот человек это сделал. Он-то делает то, что он делает, то, что есть в его мире, то, что есть в его существовании, то, что есть в его действиях, в его характере, в его социальных привычках, в его нормах семьи, то, что он привык делать, то, что он привык выводить в свой мир. И его мир не резонирует с моим. А его мир не резонирует с моим, потому как я не могу принять его мир. Я не могу принять его как его, потому что я его придумала себе другим. А себе я его придумала почему? Потому что меня-то ведь нет, я-то ведь не знаю, кто я. Я-то себя не могу принять. Соответственно, как я могу принять любого другого со всем, что относится к нему? Если я себя не принимаю, если я себя не знаю. И поэтому идет вот этот дисбаланс. И как только вы себя находите, как только вы себя принимаете,
В вашем мире больше нет этих качелей. Если даже в вашем мире есть какая-то вспышка радости, вы как только туда углубляетесь, вы понимаете, что это не радость, а просто факт вашей жизни. И оно сразу же растворяется. Если в вашей жизни происходит какой-то неприятное событие, неважно, что это такое, вам кто-то сказал что-то негативное, или кто-то, может быть, умер из близких, и как только вы туда углубляетесь, и это тоже становится просто фактом вашей жизни, и оно тоже растворяется, и тогда нет этих качелей. И со временем вам уже не нужно туда углубляться, со временем вы и есть эта глубина. А когда вы и есть эта глубина, то вас тогда уже не может болтать. Когда вы и есть эта глубина, то вы уже не можете, даже не можете, а в вас, в самих, уже нет этих болтушек, потому что вы есть просто факт вашей жизни, вы есть факт вашего мира, вы есть факт восприятия самого себя. Если ты сам себя воспринимаешь, то как тебя может болтать из каких-то состояний? Ты и есть это состояние. Ты и есть все, что происходит с тобой. Ты и есть и хорошее, и плохое. И когда ты есть и хорошее, и плохое, то как ты можешь быть тогда, раз ты не можешь быть либо тем, либо тем? Тогда ты становишься собой, и в твоей жизни тогда нет ни хорошего, ни плохого. В твоей жизни просто тогда есть факт самого себя, факт тебя. И когда в твоей жизни есть факт тебя, тебя как самого себя, вне зависимости от других, то тебе нет надобности собираться через другого. Тебе нет надобности собираться через любого другого. Тебе не интересно, что думает о тебе кто-то другой. Зачем, если ты себя знаешь? Тебе не интересно, что хочет сказать кто-то другой. Если кто-то другой по отношению к тебе делает какие-то действия, неважно какие, абсолютно неважно, то он делает эти действия, потому что он их делает. Это его действия. Примешь ты эти действия в свой мир или не примешь, вот это уже будет твое. То есть он может тебе сделать, как в общепринятом понимании, что-то плохое. И ты можешь это проинтерпретировать. В твой мир ты это хочешь, его действия впустить или нет. Они к тебе не относятся, что бы он ни сделал. Поэтому для тебя, что бы ни сделал любой другой человек, нет плохо или хорошо. Есть просто его действия, его констатация мира. А будешь ты с ним взаимодействовать или нет, вот это уже твое. Это как раз о том, что когда мне говорят, вот меня окружают такие-то либо такие-то люди. Нет хороших или плохих людей. Есть просто люди, которые делают те или иные действия. Впускаешь ты их в свой мир или нет, вот это только твое. А что они сделали? Они могут делать все, что угодно. Пока ты их не впустил в свой мир, они всегда делают только свои действия, не относящиеся к тебе, что бы они ни делали. Они могут тебя обзывать, они могут говорить какие-то глупости, они могут тебя любить, обожать, еще что-то, но это всегда их. А будет ли это в твоем мире, вот здесь вот уже зависит только от тебя и больше ни от кого. Так, Наталья, Кариша, Светлана, рада вас видеть. Благодарю, я тоже очень рада, что вы со мной. Розалина, я, наверное, ответила на твой вопрос. Ребятки, если есть еще вопросы, задавайте, мы можем с вами просто так поболтать, какие есть вопросы. А я бы вам сегодня еще хотела рассказать такую историю.
мое наблюдение, да, как мы убиваем личность в своих детях. Как мы убиваем личность в своих детях, это опять же про то, что это, наверное, и есть вот эта вот человеческая боль, и чем больше люди начинают себя находить, тем больше они начинают себя проверять через боль, через свое тело. Да, как бы это печально не было, но это действительно так получается. Мы вспомните наше детство, да, рожденных в СССР. Я вот помню, как мне было там еще, наверное, лет 5. У нас не было такого, что с нами родители где-то ходили, где-то сидели на детских площадках. Да и детских площадок-то, я вот не помню, чтобы там они особо были, там какие-то песочницы были, остальное все, не знаю, как, по каким-то гаражам все время бегали. Не было у нас такого, чтобы на какой-то оборудованной площадке. Я помню, мне давали там несколько копеек, у нас рядом с домом была пельменная. И я туда и ходила кушать за эти там сколько-то там копеек, я не помню. Потому что родители были допоздна на работе. И это было норма. Ну, как допоздна? У меня вообще мама работала начальником поезда, ее вообще не было по несколько дней. И я жила с бабушкой в основном и с сестрой. Вот. Папа постоянно там, то там был. И чтобы дети всегда разбирались между собой сами, самостоятельно. Именно поэтому мы такие выросли, да? Я помню, что мне было еще, наверное, лет, я не помню сколько, я пришла домой с разбитым носом, вот такая губа разбитая. И я прихожу домой, и бабушка сидит на меня, смотрит и говорит: ну что, пойдем умываться. И у нее не было даже мысли о том, кто тебе это сделал. Пойдем сейчас разберемся, что это такое, сейчас пойдем к тем-то родителям. То есть она спросила, что, как, поговорила со мной. Сестра меня старше на 8 лет. Вот я как-то пришла домой, мне мама купила новое пальто, такое красивое. И я пришла буквально через час вся в грязи, потому что я поругалась с мальчиком, у нас был такой бандюган. Вот, а мне нужно было быть обязательно там самой такой, самой первой, всегда самой первой. Вот, и я с ним подралась, и мы в грязи там что-то валялись. Я пришла домой, я сестре жалуюсь, говорю: иди с ним разберись. Она говорит: ты что это? Это, говорит, твоя история, давай иди разбирайся. И сейчас я смотрю на детей, это, наверное, каждого из вас касается, да? Все мы вот так вот проживали свою жизнь, нам разрешали в этом смысле прожить свое. А сейчас я смотрю на детей, и родители не позволяют детям обозначить себя в этом социуме. Родители очень, если дети подрались, то они идут уже друг к другу с какими-то претензиями, с угрозами, там еще с чем-то. И идет такой дисбаланс, то есть ребенок вроде бы хочет заявить о себе в этом мире, а родитель говорит: ай-яй-яй, нельзя, если ты вот это вот сделаешь, то вот эти вот родители придут ко мне, и тут уже будем мериться письками, да, у кого что больше, кто победит в этом споре, в родительском, за детей, детям не разрешается за себя постоять. И в результате что происходит? Ребенок уходит в иной мир, где он может проявлять себя. Он уходит в компьютер, в компьютерные игры, в компьютерные разработки. И с одной стороны, родителю это удобно, что он уйдет туда, а с другой стороны, он начинает его ограничивать в этом, потому что он как бы думает, ему же нужно здесь заработать на интернет, на хлебушек или еще на что-то. Поэтому я его сюда буду выдергивать, но по факту родителю очень удобно, что он сидит там, в том мире, в той игре. И мы обрезаем наследственность нашего мира. Как он может проявляться? Через игры, через компьютеризацию. Зачем тогда он, живой человек, нужен здесь? Зачем он нужен как кто?
он будет нужен, человек такой, просто как обслуживающий персонал. Интеллекта, компьютерного интеллекта, и все. И это кто делает? Это делаем мы. Это делаем мы, не позволяя своим детям показать свою значимость для самого себя в этом мире. Глося, Света, привет. Если прошлое не существует, его уже нет, то почему родные люди до сих пор осуждают и критикуют? Ну, потому что это их, позволим осуждать и критиковать. Ведь не все думают так, как ты. Ты понимаешь, что это, ты же понимаешь, что это критика. Значит, ты-то еще в цепочке с ними. А по факту какая может быть критика? Ведь критики тоже не существуют. Критикуя тебя, они тебе кричат о своей боли. Они тебе кричат из своего панциря. А ты вместо того, чтобы им позволить пройти свой путь через любовь, видишь в этом критику. Осуждение. Вот кто меня сейчас может покритиковать или осудить? Никто. Любой другой человек может говорить все, что угодно. Про меня, про мою деятельность, про мои высказывания, даже про мой внешний вид. Да-да, про мой внешний вид, когда я выхожу в Zoom, я знаю, что в Zoom камера другого формата, и я в Zoom выгляжу по-другому. И мне очень-очень много всего после каждого моего выступления в Zoom мне пишут там, особенно мои знакомые, которые меня знают, там, Света, что с тобой случилось, там, ты. И это же, это их видение, это их восприятие через что-либо. И ты сейчас смотришь как через камеру. Ты не через душу свою смотришь. Ты же им не позволяешь говорить то, что есть в них. Любые слова, любые действия, любая критика, да? Любое какое-то осуждение. Это их восприятие, их мира. Они в своем мире видят тебя, твои действия, твой мир вот таким. Это их восприятие. А тебя почему это цепляет, что у них такое видение? Ну вот, например, смотри, вот этот вот чехол, да, от телефона, вот он оранжевый. А сын у меня говорит, мама говорит, это персиковый. Я думаю, ну, возможно, персиковый. А возможно, у нас просто разная сетчатка глаза. И каждый увидит его таким, каким он увидит. Но от этого чехол не изменился, его функционал не поменялся. И у твоих близких то, что они говорят, их функционал здесь не поменялся. Но ты можешь его поменять, если тебе надо в твоем мире, как они будут относиться к тебе. Тебе, если это задевает тебя, то ты можешь это изменить. Но изменить ты должен понимать, чтобы что? Я в своем мире никого не меняю. Я принимаю каждого таким, какой он есть. Это его путь. Я могу себе только задать вопрос, а почему такой человек появился в моей жизни? Почему такой человек появился в моем мире? Мне это чтобы что? И каждый раз я нахожу, конечно же, ответ. То есть это все элементарно. Даже вот смотрите, про марафоны, да? Вот сейчас мы решили, у меня было очень много запросов от ребят, которые говорили, я не могу оплатить там такой-то марафон, я не могу оплатить такой-то марафон, а возьмите меня туда. И все прекрасно уже знают, кто меня давно смотрит или кто меня знает лично. Вы все, ребят, знаете, что у меня минимум 30%
это ребята, которые без оплаты по каким-либо причинам. Да, такое тоже бывает. И еще, наверное, процентов 15-20 у меня те, кто идут в рассрочку на что-либо, на какой-либо марафон, на ретрит, еще что-то. И примерно где-то 10% из тех, кто идет в рассрочку, примерно 10% они не оплачивают их, уходят без оплаты. Я никому ничего не говорю, то есть я не напоминаю никогда ни о каких оплатах, ни о чем-то еще. Но я всегда понимаю, что эти люди появились в моей жизни не просто так. Эти люди появились, чтобы я посмотрела на себя, почему они, почему есть такие люди. То есть те люди, они же, почему они не оплачивают? Не потому, что они захотели мне что-то насолить, а потому что они не взяли то, что я дала. И когда они поняли, что они не могут этого взять, то, что я даю, им кажется, что я говорю какую-то ерунду. Я это все и так знал. И мне это вообще не интересно было. И они меня оценили так, что я недостойна этих денег. И это... И я туда не лезу, в их восприятие. Но мое, мой мир, почему они вот здесь, в моем мире такие? Потому что я все время к себе притягиваю таких людей, которые не готовы на большую глубину. Не потому что они плохие, не потому что я такая глубокая, они нет. А потому как я понимаю, что максимально расширенные глубокие люди, то как я себя буду собирать? Я и так отлетевшая. У меня и так мысли непонятно куда и непонятно за что. А если у меня будут такие, то есть я такими людьми себя все равно приземляю. Если у меня все будут люди вот с максимальной глубиной, то как меня собрать? Как я себя соберу? Куда я пойду дальше? А здесь я понимаю, что у меня есть якорьки, я сама себя якорю этим. И когда вы делаете фокус внимания всегда на себя, то вы будете понимать, почему вы создаете свою жизнь именно такой. Почему вы создаете свой мир именно таким. Не они виноваты, не кто-то, никогда не лезьте. Это их действия, и они в их мире на данный момент максимально правильные, максимально удобные для них. И это максимум, что они могут для себя сделать. Это не хорошо и не плохо, это клево, что они делают все по максимуму, но это не ваше. Как бы вы ни хотели, вам туда идти бесполезно, бессмысленно. Почему вы к себе это... Когда вы это будете понимать, тогда вы будете понимать, для чего вам это. Вы можете это убрать из своей жизни, а можете оставить. Нет. Нет, Ярика, нет. Ох, ребятка, сколько вопросов, ага. Как стать цельным? И моя девочка, Анюточка, как стать цельным? Ты уже цельная. Ты цельная, просто ты же от этого постоянно уходишь. Потому как, когда мы становимся цельным, у нас меняется все вокруг. И у нас появляется страх. А я же здесь буду одна. Когда ты цельный, кто с тобой еще есть? Никого. Ты один. И это большое счастье, если ты находишь того человека, с которым ты можешь просто поболтать. Потому что тебе уже не хочется про поболтать, тебе не хочется про погулять, тебе не хочется еще что-то. У тебя вот эти все желания, они как будто отпадают. Ты уже здесь был, ты уже здесь жил, ты уже все сказал. И этот страх, это же генетический страх. Это же есть понимание этого всего. Это есть память этого всего. И если вы ее вскрываете, то вам же нужно научиться быть здесь, с самим собой. И поэтому очень часто вы себя убеждаете, что я не цельный, я не такой. Вы себя убеждаете, что вы не видите каких-то...
каких-то вещей, что вы не слышите каких-то высказываний. Вот он слышит, а я нет. Вот он такой вот умный, а я нет. Да вы такой же. Просто вы от себя прячетесь, потому что что вы будете делать, когда вы станете одним? Очень сильный страх потери и смерти близких, семьи. Как это принять, проработать, как перестать бояться этого? Ну, страх потери близких – это же не про потерю близких, да? Это же про одиночество себя. Как ты можешь потерять близкого? Его же у тебя нет. Кто у тебя есть? Мы до какого-то определенного времени тешим себя иллюзиями, что у нас есть дети. А кроме детей-то кто у нас есть? У нас нет близких. Близкий – это я. И все остальное – это зеркала. Кривые, не кривые – это мои зеркала. Мои зеркала, чтобы прийти к себе, прочувствовать себя. Ты стоишь в окружении зеркал, и ты все время смотришь на что-то. Вот в этом зеркале я красивый, и тебе хочется перед ним крутиться. А вот в этом я кривый, вот в этом толстый, вот в этом худой, в этом еще какой-то. И ты разделяешь эти зеркала на хорошо или плохо, на красиво, некрасиво. Но как только ты научаешься чувствовать себя, ощущать, тебе не нужны зеркала, ты уже начинаешь чувствовать, а вот здесь вот мне хорошо, а вот в этом мне удобно, а вот так вот мне легко. И когда ты находишь себя, ты просто можешь благодарным быть зеркалам, ты можешь с ними в них смотреться, а можешь не смотреться. Ты можешь уйти от них, потому что ты есть у себя. И как близкий может от тебя уйти? Никак, он может только дальше пойти, дальше своим путем. А ты что будешь делать? Почему тебя настигает горе? Потому что ты чувствуешь себя как отломанным, как будто от тебя что-то оторвали. А зачем ты так соединилась с ним? Почему ты свою пустоту заполнила кем-то другим? Это же твоя пустота. Найди ее, ты и есть пустота. Мы не можем себя никем заполнить, ничем заполнить. И когда говорят вот это, вот нужно, психологи говорят, да, там много умных людей говорят, чтобы вот это вот убрать, нужно вот эту ячейку заполнить чем-то другим. Пустоту невозможно заполнить, потому что все остальное тоже пустота. И когда ты это понимаешь, тогда тебе просто легко. Ты находишься в невесомости. Кроме пространства ничего не существует. То, что ты балуешься в какой-то плотности, это просто твое сознание, насколько ты готов там еще кочевряжиться. Вот и все. Первые люди на Земле не спали, если да, для чего начали спать? Ну, это долгий вопрос, Игорь. Первые люди на Земле не спали, все об этом знают. Первые, вторые. Смотрите, всегда, когда вы ищете первое, у вас первое начало, еще что-то, вы все время на подсознании себя ведете к смерти. Потому что если есть первое, то есть и последнее. Если есть начало, то есть и конец. И это в многих людях, пока вы не проснулись, не пробудились, это заложено. Это заложено, чтобы прийти к смерти, к концу, к перерождению, чтобы не вскрыть себя, не познать, кто я есть. Потому как мы хотим докопаться до тех вещей, которые еще не ощутили. Когда вы ощущаете себя, чувствуете себя, то эти вопросы у вас отваливаются, потому что вы чувствуете, есть ли сон или нет, есть вы во сне или нет, что есть сон для вашего физики, для вашей физики и для вас самих, есть ли он. И когда вы это все чувствуете, у вас отваливаются эти вопросы. Где конец, где начало?
тогда вам не нужно идти на перерождение. Благодарю, Света, люблю тебя и я вас, ребятки. Так. Ко мне пьяницы притягиваются, блин. Это не глубина, это дно. А дно — это разве не глубина? Ну, тебе, видимо, веселья не хватает, тоже здорово. Возможно ли сохранить молодость и здоровье на обычном питании? Если это должно быть обязательно сыроедение, или это должно быть обязательно сыроедение или неедение? Я не видела ни одного человека, который на обычном питании, на мясоедении, на употреблении спиртных напитков, на курении, там еще что-то. Я не видела людей, которые бы в 90 лет такие красавцы, 30-летние. Я таких не видела. Возможно, можно. Я не знаю. Медитируйте, так вот, и игрок Розалини пишет, медитируйте, находите центр себя в спокойствии, наблюдайте оттуда за своими эмоциями, не увлекайтесь в процессе, оно пройдет. Игрок, это все поверхностное. Это, опять же, вы с одной игры перешагиваете, перепрыгиваете в другую игру. Это не про это. Что такое медитация? Вы же пытаетесь через медитацию начать контролировать свое тело. А контролировать свое тело, свои эмоции, да, свои мысли, их невозможно контролировать. Нет контроля. Есть только собранность. Собранность тебя, пока ты есть в этой плотности. Но это не про контроль. Как минимум нужно заниматься физкультурой, это продлит молодость. Но если вы ощущаете себя, вы не сможете не заниматься физкультурой. Вы не сможете не заниматься какими-то физическими, ну просто физикой, потому что это тело, оно создано для движения, для ощущения, для того, чтобы потрогать, ощутить, воспринять что-то, оно для этого. И если вы не будете этим пользоваться, то оно, конечно же, будет вас покидать, если оно ненужное вам будет, да? Поэтому это уже ваше. Без этого невозможно. Да, ребятки, еще пишите вопросы. Сегодня очень приятно, когда вы общаетесь в чате. Если есть вопросы, то я отвечу. А если нет вопросов, то будем закругляться. Еще я вам, ребят, скажу, что завтра у нас будет, завтра понедельник, завтра будет эфир в закрытом клубе. Вот, и эфир в закрытом клубе будет про то, как обнаружить себя, кто я есть. Опять мы с вами поговорим об этом. Спасибо огромное за сердечки, очень приятно. Вот. И, ребят, еще про Крым хотела сказать. Очень много от вас сообщений про Крым. Я приду, я буду, скажите, когда это будет. Но вы должны понимать, что у меня нет много финансов. Я бы с удовольствием поездила абсолютно без всего. Вот. Но сейчас мы живем в материальном мире, и чтобы мне доехать до Крыма, это нужно определенную сумму, денежную сумму. Чтобы снять помещение, это нужно определенную денежную сумму. Чтобы там остаться на несколько дней, это нужна определенная денежная сумма. Вот. И если у нас не наберется определенного количества человек по предоплате, чтобы мы понимали, что они придут точно, то в Крым мы выезжать 13 числа не будем. То есть до 13 числа нам нужно это уже решить. Потому что у нас свои деньги, у меня нет такой возможности, чтобы ездить. Вот, ну, вот нет такой возможности, видимо, мне это
не очень нужно, чтобы там были прям такие возможности глобальные, чтобы ездить по городам. Потому что я так полагаю, что это в первую очередь, наверное, нужно не мне, а вам. Я же и здесь могу вещать, и на ретритах могу спокойно с вами общаться. А по городам хочется ездить, потому что не у всех есть возможность приехать на ретрит. Не у всех есть возможность выделить 5 дней, да, на ретрит. У кого-то работа, семья, там какие-то другие обстоятельства. А на день-два вы можете прийти на встречу. Именно поэтому меня и просили приехать. Если не получится, то ну ничего страшного, значит просто Крым отложится на какое-то время. На какое время — это уже будет другой вопрос, сколько это будет. Месяц, год. Вот такая вот по Крыму у нас с вами такая вот история. И по марафонам тоже очень часто задают вопросы, сколько и как. И марафоны точно так же ребят сделали, чтобы могли максимум ребят себе позволить финансово. Вот. Но я туда... У меня тоже очень много времени туда уходит. Поэтому решили сделать так, что будет, когда набираться минимум 100 человек, то марафон запускаем. Они все равно все будут запущены. Это просто дело времени. Потому что люди хотят, люди идут, и мне это, конечно же, тоже очень приятно. Я понимаю, что что значит я вам даю то, что для вас вас расширяет, и это здорово. И качество себя. То есть я ничего от вас не буду там утаивать. У меня нет такого, что вот это вот я дам здесь, а вот это вот там. Нет, я буду давать. И чем больше я даю, тем больше у меня появляются других знаний, новых знаний. Просто на таких марафонах это будет просто информация. А которые идут уже другие марафоны в маленькой группе, они идут с личными проработками. Вот. Каждый марафон будет нацелен на что-то конкретное, чтобы вы понимали, там, пранафит это будет по физике, потому что многие пишут, что там на какой-то день там у кого-то закладывают уши, у него там у кого-то слабость, у кого-то там сильная потеря веса, еще что-то. Об этом мы будем говорить на пранафите. Про сон мы будем говорить, что такое сон, вообще есть ли он, что происходит с вашим физическим телом, что происходит в круг вашего мира. Что в ваш мир попадает, когда вы спите. Потом будет марафон касания вечности, да, это про то, как правильно выходить в сухие дни, почему, как реагирует ваше тело на определенные травы, на определенные компоненты, почему лучше так выходить, почему такая подготовка нужна, как у вас будет это восприниматься. Про это будем говорить. То есть каждый марафон будет нацелен, чтобы у вас сознание туда-сюда не распылялось, чтобы вы понимали, что это вот так вот. Все марафоны у вас останутся, все записи у вас останутся. Вы их можете просматривать в любое время. Можете хоть на все марафоны прийти. Вот, но вы будете знать, что вот это вот конкретно, вот про это, про это. Вам будет проще как-то отслеживать свое состояние, чтобы прийти тому, что вы хотите, к себе. Ребятки, вопросов больше нет, и я бы еще хотела вам сказать, что у нас на Алтае осталось буквально несколько мест. Мы не думали, что так быстро будет набираться. Немножечко не ожидали, да? Думали, что в Сочи проще будет. Но если кто-то не попадет, то потом будет в Сочи ретрит. Поэтому не переживайте, если кому-то интересно Алтай, то присоединяйтесь, будем ждать. Там собирается тоже волшебная компания. Это будет круто. Иван, если переходишь на питание один раз в день, в какое время лучше принимать пищу? Лучше принимать пищу, смотрите по своим энергетическим часам вашего физического тела. А вообще лучше в вечернее время.
После захода солнца. После захода солнца самое идеальное время принимать пищу. И, ну, конечно же, если вы спите, то 2 часа точно нужно будет, ну, чтобы не за 2 часа, если вы спите, потому что просто будет физически тяжело. Вот, а лучше, конечно, после захода солнца. И об этом я буду тоже рассказывать, и в том числе и на марафонах. Я, по-моему, даже говорила где-то в открытых эфирах, не помню. Вот, но об этом мы обсуждали, я говорила, почему так. И в марафоне по депривации сна я тоже расскажу, почему это лучше делать, что происходит с нашим организмом, когда мы принимаем вечернее время в ночное.